Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Разберем номер 1145. Дан образец примера. Нужно вычислить по этому образцу. Посмотрим внимательно на пример. Все, что умножить, записано в числителе. Все, на что разделить, записано в знаменателе. Разделить на 371 – знаменатель. Разделить на 80 – в знаменателе. Давайте сделаем точно так же. Итак, запишем b. Равно. Дробная черта. 954. Умножить на 35. Разделить на 742 в знаменателе. И умножить на 9. Давайте посмотрим, что здесь можно сократить. Можно сократить 954 и 742 на 7. Числителе будет 477. В знаменателе 371. Умножить на 35 числителей осталось. И умножить на 9 числителей. Равно. Можно сократить 35 и 371 на 7. Получим 477 умножить вместо 35, раз мы сократили на 7, останется 5. Вместо 371 останется 53. И умножить на 9 осталось еще. Равно. Можно сократить 477 и 53 на 53. В числителе будет 9, в знаменателе 1. Умножить на 5 и умножить на 9 еще осталось. 9 умножить на 5 и умножить на 9 будет 405. 405 первых или 405. Мы нашли значение выражения в b. В. Запишем пример. Итак, дробная черта. 5292 разделить на 63, значит, 63 в знаменателе. Разделить на 28. 28 знаменатель уходит. И умножить на 999. Итак, что можно сократить? 999 и 63 на 9. Числителе останется 111. В знаменателе останется 7. 5292 и 28 на 28. В знаменателе 1, в числителе 189. 189 и 7 можно сократить на 7. В числителе останется 27, знаменатель 1, умножить на 111. 27 умножить на 111 будет 2997. Знаменатель 1, значит, получаем просто 2997. Г.
Записываем пример. Равно. Дробная черта. 4189. Разделить на 71. Умножить на 26. И разделить на 118. Итак, можно сократить 4189 и 71 на 71. Числителя останется 59. В знаменателе 1. 26 и 118 можно сократить на 2. Числители 13. В знаменателе 59. Теперь можно сократить 59 и 59. Числители будет 1. И в знаменателе будет 1. Остается 13 первых или 13. И D, последний пример. Переписываем его. Равно. Дробная черта. 1125 умножить на 808. Разделить на 375, умножить на 33 и разделить на 1111. Равно. Можно сократить 33 и 1111 на 11. Числители останется 3, в знаменателе 101. Тысяча 125 и 375 на 375. Числители будет 3, в знаменателе 1. И 808 переписываем. Равно. Теперь можно сократить 808 и 101 на 101. Числители будет 8, знаменатель 1. Осталось сосчитать. 3 умножить на 8 и умножить на 3 будет 72. 72 первых или 72. Мы сделали номер 1145. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.